Испания. Из-за лесных пожаров более 1000 человек были эвакуированы минувшей ночью на пароме с острова Ла Гомера в Канарском архипелаге. Огонь подступал с трех фронтов. Власти задействовали самолеты и вертолеты в попытке сдержать пожар. Туристов перевезли в безопасное место. Жители Канарского острова Гомера покидают свои дома. В ночь на понедельник почти 1000 человек уехали на паромах из-за лесных пожаров на острове. Всего с пятницы Гомеру оставили около 5000 местных жителей. Горят леса и на соседнем Тенерифе. Из-за огня перекрыты дороги, распространению пламени способствуют сильные ветры и сухая и жаркая погода. В последнее время дневная температура на Канарах достигала 40 градусов. По заявлениям местных властей, пожары нанесли серьезный ущерб природному заповеднику Гора Ханаи на Гомере. Этот национальный парк внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Возраст его лесов составляет миллионы лет.